2015 год запомнился большим количеством побед на российской арене и на мировой арене в том числе. Такие победы, как Кристины Усовой в первенстве в России, Юрий Далакян, Анатолий Шевченко, представители дзюдо, спорт слепых, выступали на чемпионате мира и завоевали второе командное место. И, соответственно, в личных зачетах тоже показали высокие результаты. Это Исава Каракизиди, который в этом году был награжден премией «Человек года» именно в категории «Спортивное достижение». 3 первых места на Кубке Европы по самбо он завоевал. Это, само собой, одно из таких самых высоких достижений 2015 года в таком виде, как тяжелая атлетика. Олег Чен вновь завоевал второе место на чемпионате мира, который проходил в Соединенных Штатах Америки. Спортсмены, представляющие адаптивные виды спорта. Анастасия Шевченко, которая на спартакиаде инвалидов России заняла несколько призовых мест. Это 2 первых места, 2 вторых места, 3 места в различных дисциплинах по плаванию. Нельзя не сказать о таких спортивных результатах высоких, которые давно не показывали наши местные спортсмены в игровых видах спорта. Это всем нам полюбившийся клуб «Анапа», футбольный клуб «Анапа». В преддверии грядущих Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро нельзя не упомянуть о таких спортсменах, которые завоевали путевку и будут представлять на данных играх наш муниципалитет, наш город Анапу. Это Олег Чен, тяжелая атлетика, Анатолий Шевченко, Юрий Далакян, представители дзюдо, спорт слепых. И спортсмены, возвращаясь с соревнований, на которых они показывают эти высокие результаты, тем самым прославляя наш город.